Итак, сейчас мы создадим вот такую карточку с фильмом, который, ну, как бы к новинке или который вы хотите презентовать. То есть я вам покажу самый прикольный способ, самый крутой способ презентации фильма. Итак, у вас должны быть две вкладки открыться. Одна должна быть открыта вкладка при презентации сайта, а вторая вкладка должна быть открыта на консоли нашей. Итак, как я говорил, есть три варианта презентации фильма. Я вам покажу самый интересный вариант. Это Movie. Видите, вкладка Movie есть. Кликаем по вкладке. Смотрите, перед тем, как начать создавать фильм, у вас есть такие дополнительные вкладки. Это жанры, режиссер, актер и теги. Давайте начнем с актеров. Мы будем создавать в карточку фильма «Плохие парни навсегда», то есть третья часть. Там мы укажем два актера – Уилл Смит и Мартин Лоуренс. Заходим в актеры. Если есть такое, заведены уже в шаблоне не такие актеры, то вы просто поменяете на русский язык имя, фамилию, да? Но я проверял, не заведены такие актеры, поэтому нужно добавить нового актера. Вот слева панель. Вводим. Можете описание добавить, но я не буду. Кликаем «Добавить изображение». Изображение с лицами актеров должно быть квадратным. Я сразу и режиссера заодно добавлю. Вот, добавили. Добавляем. Добавить нового актера. Что-то Смит не добавился. Давайте подредактируем. Уилл Смит. Update. Возвращаемся назад. Кстати говоря, если хотите подредактировать назад, самый, наверное, ушел у нас. Я так думаю. Вот. Если хотите подредактировать актера, наводите на актера и кликаете Edit. Теперь следующий актер Мартин Лоуренс. Загружаем аватарку. Вот. Так, все есть. Добавляем актера. Отлично, теперь нужно нам добавить режиссера. Вот директор. Кликаем вот эту подкладку и подгружаем аватарочку. Добавляем. Так, теперь жанр. Жанр экшен, боевик, комедия. Экшен есть. Комедия, в принципе, ну, триллер есть. Все это есть, отлично. И теги. Ну, теги мы потом, в принципе, вставим. Но сейчас перейдем. Ну, теги потом ставим. Теги нужны для фильтрации, для того, чтобы отнести определенные карточки с фильмами в определенную категорию. Но это потом все сделаем. Итак, давайте перейдем во все фильмы и давайте начнем редактировать. Ну, допустим, можно начать вот с этого, с последнего, да. Наводим на карточку с фильмом и edit. Ну, проще всего с чего-то редактировать, чем новый заводить, да. И давайте здесь выделяем название и вводим название «Плохие парни навсегда». Отлично. Ввели название. Здесь вводим год выпуска 2020, количество минут, сколько идет фильм. Здесь нужно вставить ссылку на трейлер. Как вставить трейлеры? Мы, конечно же, идем в YouTube. Вот он, трейлер, я захожу. Для того, чтобы взять, нам нужно взять ссылку. Для этого кликаю «Поделиться» и «Копировать». Скопировали. Возвращаемся обратно в карточку. И вот здесь, где трейлер, поле, удаляем ссылку и вставляем свою. Вот здесь нужно выбрать рейтинг. В принципе, выбрали рейтинг. Теперь нам нужно вставить описание фильма. О чем фильм? Возвращаемся обратно вот сюда. И вставляем. Вот сюда вставляется ссылка, которая ведет на какой-то сторонний сайт, где будет информация о фильме. Но я здесь ничего не вставляю. Теперь внизу нам нужно выбрать, значит, каким категориям. Это комедия. Ну, пусть триллер будет, да. И еще вот здесь комедия, триллер. Выбираем. Можете здесь прям добавлять новые категории, да. Теперь нужно добавить режиссера. Удаляем этого режиссера. Режиссера звали Адиль. Вот. Эль Арби. Видите, он определился. Выбираем его и Add. Добавить. Здесь также удаляем этих всех актеров и вводим. Уилл Смит и Мартин Лоуренс, да. Через запятую они
отделились, их добавляем, кликаем Add. Нужно загрузить теперь вот такой аватар, такой аватар изображения фильма, то есть постер, да. Кликаем сюда для загрузки и выбираем загрузить, и загружаем. Ну, сразу два баннера этих загрузим. Один постер, вернее, другой баннер. Давайте кликаем вот по этому. Кстати, я хочу ваше внимание обратить, что сюда вертикальный постер мы загружаем размером 798 на 1198 пикселей. Обязательно подредактируйте его в фотошопе. И горизонтальный нужно постер загрузить. Для этого кликаем крестик для удаления существующего. Кликаем теперь Add Image для добавления. И вот сюда кликаем. Постер горизонтальный должен быть разрешением 1598 на 898 пикселей. Итак, все подгрузилось. Теперь давайте сохраним изменения. Отлично. И давайте посмотрим, что же у нас получилось. Смотрите, баннер. Все отлично. Постер. Плохие парни навсегда. Экшен, комедия, триллер. 264 минуты. Ну, тут ошибка какая-то. То есть тут разберемся. Это категория, то есть рейтинг. Это по фильмам какие-то базовые рейтинги. Давайте посмотрим трейлер. Да. Директор. Актеры. Видите, как круто все. Это кнопка на все фильмы. Посмотреть все фильмы. И можно расшаривание сделать. Да, смотрите, в черном дизайне вот так вот. А теперь возникает вопрос, а что делать, если нам вот прям хочется сюда плеер с фильмом поставить? Ну вот, например, смотрите, я вам покажу, как вставить плеер. Вам нужен iframe, то есть код вставки. Если с YouTube вставляете, то поделиться, и здесь кликаем вот «Встроить», и вот можете вставить его. Вот копируете iframe, копировать, возвращаемся на сайт. Давайте вернемся обратно в панель редактирования. Обновляемся, да, и вот тут, где описание, куда мы вставляли, да, вот давайте здесь курсор в конец ставим, ну, чуть-чуть спуска снижаемся и вставляем этот iframe, обновляемся. Я просто не знаю, что получится, я в режиме онлайн вместе с вами все это делаю. Давайте посмотрим. Вставился, но плохо, видите, он с актерами, на актеры лезет, потому что этот, ну, в общем, вот это карточка, она не создана для встраивания сюда дополнительного плеера. Тут просто она именно подходит для презентации фильмов, но презентация фильмов очень крутая. Поэтому давайте уберем. Мы вернемся сюда, да, и удалим вот этот iframe. Можно, конечно, через CSS классы это все дело спустить. Но если это нужно сделать, то напишите мне, я досниму дополнительно еще. А по поводу вставок с различных ресурсов, фильмов, где брать фильмы, мы будем говорить об этом на последнем уроке. И еще раз смотрим. Посмотрите, все выглядит шикарно. Просто отлично. На этом создание такого типа карточки с фильмом завершено. На следующем уроке я вам покажу еще одни варианты оформления ваших фильмов.